Тель-Авиве задержан организатор взрыва, который прогремел недалеко от здания Генштаба и Минобороны. Напомню, в прошлом году на этом месте уже был теракт. Но на сей раз террористическую версию силовики отмели сразу. Как сообщается, причиной взрыва стало покушение на лидера одной из местных преступных группировок. Его машину якобы догнал мотоциклист и прикрепил к ней бомбу. В результате пострадали пассажиры проезжавшего мимо автобуса.